Приветствую всех! В этом видео я покажу, как установить и подключить светодиодные лампы в старый монитор. Комплект таких ламп можно заказать в китайских магазинах. В комплект входят две лампы, которые сделаны из светодиодов, распаянных на узкой плате, и драйвер к ним. Кроме этого, для установки новых ламп вам понадобится двухсторонний скотч. Ну что ж, приступим к установке. От старых ламп я уже избавился. Будьте осторожны, доставать их нужно очень аккуратно, потому что они содержат ртуть. Теперь нужно подключить драйвер светодиодов. Схему для своего монитора я нашел на форуме. Сначала отпаиваем 4 элемента на плате блока питания монитора. Затем на их место припаиваем провода драйвера светодиодов. Вот и все, можно собирать монитор. Посмотрите на результат. Подсветка включается вместе с монитором. Она практически равномерная, но небольшой засвет есть снизу. Возможно, лампа установлена неровно. Яркость не регулируется через меню монитора. И если кто-нибудь знает, как это исправить, напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео и подписывайтесь на канал. Пока!